Chin a little bit up. Legs, okay. Hold your head. Oh, chin up. Okay, big smile. One more time. Коллекция собирал более 20 лет. Здесь представлена коллекция из 15 костюмов разных регионов России. Вообще у меня в коллекции более 200 костюмов разных областей России. Езжу по деревням, собираю у бабушек эти костюмы, которые еще сохранились, реставрирую их и показываю публике. Постоянная экспозиция есть в Государственном российском доме народного творчества. Ну, этого недостаточно для выставления площади. Я очень много езжу и по России, и много было за рубежом, где именно проявляется интерес к русскому народному творчеству. Самое старое – начало 19-го, а самая молодая, наверное, где-нибудь середина 20-го. В данный момент только Россия, но в собрании есть и белорусские костюмы, и украинские костюмы. Также есть в коллекции костюмы и Японии, Китая, Чехии, Болгарии, Туркмении, Ирана. Нам представлены. Естественно, я каждый год, наверное, участвую в русской масленице, потому что деться некуда. Русская душа просит праздника, а масленица – это и есть праздник. И чем отличительная черта американской сегодня русской масленицы в Америке, может быть, знаете, больше коллектива, больше размаха должно быть, больше вот, всего праздника. Конечно, я думаю, мы думаем, что это развитие праздника масленицы в Албании пройдет на не только в сегодняшний год, но и будет развитие в следующие, последующие года. Будут привлечены больше коллективов, больше русских приедут на праздник. Это более будет торжественно, более празднично, потому что русская душа всегда, у русской души есть что дать. Валя, я пожелал бы добра, мира и нашего солнца на то, что есть масленица. Это солнце. Я иконописец, пишу иконы для церквей и для верующих людей, которые ищут помощи для общения с Богом. Икона является возможностью нашей общения с Богом. Это, другими словами, окно в небесное царство. Яйцо само по себе содержит в себе жизнь, поэтому в православной традиции и по истории христианства мы знаем, что Мария Магдалина после воскресения Христова направилась в Рим, и там она пришла к императору и сказала ему, что Христос воскрес. Император сказал, что нет, Христос не воскрес. Он также воскрес, как яйцо на моем столе красное. И в этот момент яйцо покраснело. С этих пор Марию Магдалину изображали на иконах с яйцом, красным яйцом. Люди в России и на Украине имели богатую традицию расписывать яйца к Пасхе, к воскресению Христову. Была традиция дарить эти яйца друг другу, обмениваться яйцами к празднику. Есть тысячи разных орнаментов для исполнения яиц. Также в последнее время
начали расписывать яйца и с изображением Богоматери и Иисуса Христа. В основном я люблю писать иконописные яйца. Здесь я представляю более народные мотивы. Крест, рыба – это тоже символ Иисуса Христа, потому что по-гречески Иисус и Ихиос – это похожие слова. Ихиос означает рыба, Иисус – Христос. Здесь также есть элементы такие волнистые, это как бы бесконечность. Цветы. То есть основные символы – крест, цветы, символы весны, различные веточки, тоже весенние символы. Все люди как бы брали из природы и пытались облагородить. В культуре русского народа, всех славянских народов, но больше радости, чем скорби. Скорби были внешние, а радость была внутренняя. От несения веры, потому что вера, она радует человека. Хотелось бы, чтобы основа не забывалась в этих фестивалях, чтобы они... Вот этот фестиваль, он накануне Великого Поста. То есть мы сегодня, можно сказать, должны подготовиться уже к посту. И мысли наши должны уже сосредоточиться на очищении нашем. Вот для этого как бы иконы и служат. Они помогают нам очищаться.